Твою ж дивизию. Ти-ли-ли-лим. Называется, когда встретил начальника автоколонны со своей. Вот этот человек, вот это я понимаю, приятно, взаимоуважительное отношение, начальник автоколонны пропустил нас. Хорошо, что они между правым и левым колесом. Вот так вот у нас тут весело на дорогах. Вот так мы ездим в магазинчик. Длинное видео больше делать не буду я. Бригадир Ватрёпка. Лишнее телодвижение. 5 июня. Тепло, солнечно. И иногда проходит легкий дождик в Видзах. В Видзах у нас тепло. Вон зацветает липа, кстати. Вот этот участок дороги у меня самый любимый. Тут и потрещать можно. Вот справа домик, кстати, интересный. Это такая каменная застройка конца 19-го, начала 20 века. И вот больничный корпус один, и там другой, и за ними костёлчик наш. Вот так мы тут живем. Бах! И у меня два колеса запасных появились. Весело жить в деревне. Ну что, поедем за молоком. Ой, тут тоже у нас веселое. Такие какие-то трения в кабине трактора. Куда он поедет, непонятно. Лошадка. Самая дисциплинированная это лошадка. Короче говоря, весело у нас. Чуланок какого-нибудь зятьку посвыпившего не это самое, не буртазусь. А сейчас второй квест. Возвращение. В это время как раз получается, что многие наши сограждане возвращаются с работы из разных мест. Как правило, это происходит различным способом, в том числе и на тракторе.
кстати, не премину показать человеку, который меня смотрит, наш замечательный костюм. Вот тут я каждый день мимо него проезжаю практически. И все время он меня радует своим внешним видом. Вот так вот. Меня этот YouTube уже задолбал своими музыками. Случайно где-то музыка появится. И все. А вот еще электромобильчик. Электровелосипедичек. У нас так вот у нас передвигается население. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Долго он, правда, идет. Остап Бендер это предвещал еще в 20-х годах прошлого века. Сосед. Все-таки в деревне есть, конечно, свой положительный эффект. Но, с другой стороны, этот эффект иногда имеет обратный эффект. Потому что, если в городе ты можешь совершенно спокойно идти косой, кривой, как турецкая сабля, и практически вряд ли ты попадешься кому-нибудь знакомому, ну, по крайней мере, если повезет, то тут любой твой неаккуратный шаг в любом направлении будет замечен и не обойдется без... Вот, кстати, опять начальник автоколонны вихлястый. Как я не люблю их обгонять, потому что никогда не знаешь, они вот видят они тебя вообще или нет. Зеркало заднего вида. Но этот видел, походу. Так что можно считать, нам повезло. Ну вот так вот, нехитрым образом съездил я, забрал наконец-то свои колеса, за которые заплатил уже 3 недели назад. Но забрал. Но ржавые. Будем из них делать хорошие. Но тут не Минск. Выбирать особо не приходится. В Минске можно было этих дисков там купить сколько хочешь. Тут такой фокус не пройдет. Будем из всего этого калейдоскопа собирать пару хороших нормальных колес. Как-то так. Сейчас покажу, что я купил на 100 рублей в итоге. А вот это вот все. Вот это вот шлаг. И еще вот это колесо. Только пара дисков мне подходит, и подходит пара резин. Будем разбираться со всем этим делом. Привет!